Друзья, снова всем привет. Еще одно предложение новогоднее, как говорится, продажа инструмента с витрины. Итак, сегодня у меня предложение бензопилы Tecman, модель KSG2545. Модель китайского производителя Tecman, зарегистрирована как немецкий бренд, официально поставляется в Украину. По параметрам этой пилы 52 куба, 2,5 киловатта, шида 45 сантиметров, дата выпуска, серийный номер, боковой натяжитель. Вот такая, в принципе, пила с праймером подкачки. Есть также у него в комплекте у этой пилы металлический упор, чехол на шину и свечной ключ. Коробки нету. Имеет плавный пуск и имеет в зацепе металлические собачки. В принципе, такой вот аппарат у нас на распродаже. Tecman. Его цена будет составлять 2200 гривен. Состояние на 4+. Немножко пыли, особо даже не выгорел. На витрине пробыл полгода. Не так уж и много. Так что всем желающим, кто хочет купить себе по акционной цене распродажа с витрины такую пилу Tecman, звоните мне по номеру телефона, который будет указан под видео. Либо пишите «хочу купить» и оставляйте ваш номер телефона в комментариях. С вами был Александр. До новых встреч. Пока-пока.